Доброе утро. У нас ночью снега немного тут выпало. Идем сейчас с Полиной в школу. Несу орешки. Сейчас зайду к учительнице, скажу, чтобы угостила детей. А в 11:40 уже будет ярмарка. Поэтому там еще останется нормально так и для ярмарки. Поэтому... Сегодня 8:35 уроки. Так что идем. Все, завела, короче, Полину. Подошла к учительнице, отдала свежую справку. Короче, с нашей справкой бегала, значит, их медсестра в поликлинику. Сказали, можно ей очки снимать на физкультуру. Поэтому, если было нельзя, уже, наверное, с пятницы уже меня доконали бы. Ну что, типа, ну как обычно. А тут я права, и в итоге тишина по факту. Короче, отдала, значит, справку. Очки она будет снимать, оставлять на парте. Сейчас еще трынделей ей выписала за то, что она очки девочки взяла и на пол положила. Вообще прифигела просто. Пакости какие-то делает. По поводу продленки, что ее укусили. Сказали, о, вы к этому вообще... Готовьтесь, дети тут разные, и тем более три класса разных, поэтому драки будут, это 100%. Вот. Отдала еще этот орешки со сгущенкой, сказала, чтобы учительница тоже взяла, угостилась. Этот самый. Говорю, детям раздадите, а остальное на ярмарку, там очень много. Там 25 пакетов от детей. Обычно ходит 12-13, то там даже на ярмарку много. Полине денег не давала, чтобы она что-то себе купила на ярмарке, потому что, ну блин, она вчера даже торт и то не доела. Она не настолько там прям сладкоежка. Ей лучше йогурт дай, чем она будет сладко есть. Налила себе кофе и орешки у меня. Очень вкусные получились. Так что, кто кушает, либо перекус у кого, всем приятного аппетита. Разваливает все в доме. Я там сижу себе тихо, а он тут спрятался, замотал трубу. И будет сейчас делать полочки, которые обещал. Да? И у меня будут под мойкой полочки. Классные, красивые, офигенские. Для кастрюлек, да? Класс. Что-то уже сломал. Все сделали палочки мне? Показывать. Блё. Ой, какое говно. Да не, нормально. Чего она так скрипит? Она так не скрипела, похоже. Все, ты давай тут конопатой крути. Бля, чего? Пойду, надо убирать еще. А я за Полиной. Не плю. Все, пока. Пошли со мной за Полиной. Пойдешь? Пошли со мной. Идешь? Нет? Малые в парке играют. Я вон Полину вижу. Уже кучкуются, идут в этот, на школьный двор. Прикольно. Да, пошли во двор. Блин, так бы забрала отсюда, но все равно надо за сумкой. Думала с ней сходить в магаз, в итоге я сейчас подведу к зданию. Денис ее придет, заберет. Нет, это пошукой, а кто тут вымазался? Села в какую-то грязь. Сейчас я ее подведу туда, чтобы она дорогу не переходила с ней. Сегодня я в штанах своих, этих светлых, и в куртке короткой. Пошла самостоятельно.
Короче, сегодня ярмарка у них была. Собрали 31 рубль. Ну вот, поэтому прикольно. Вот я не знаю, наверное, только с нашего класса просто озвучивали. Потому что, ну, вряд ли со всей школы. Еще не знаю, какие именно классы участвовали. Ну, короче, 31 рубль в нашем классе. Ну и плюс еще я угощение носила. Спросила учительницы, всем хватило деткам? Да, короче, всем хватило. На ярмарку много осталось, поэтому тоже все прекрасно. Вот, с днем рождения Полину поздравили. Открыточку ей там подарили. И, короче, все прекрасно. Там для сала надо приправу. Сахар взять, не забудь еще. Все, иду я уже домой. Купила Денису 6 талонов, продукты. Ну, короче, тащимся. Он мне полки делает для кастрюль под мойкой. Там надо место это как-то так организовать, потому что там постоянно хламник какой-то получается. А у него на работе много ненужных всяких досок, обрезки и прочее. То он, короче, это берет, ему разрешили. И все, на работе с этого всего делает всякую всячину. О, жарко. Фиг поймешь, утром так холодно было, а сейчас тепло. Чё там? Не поумирали еще цветочки? А ты меня ждал, стоял все это время? 5 минут. Нет, в смысле, как я ушла? Олигадость. Фу, чем так воняет? Что там красишь? Ужас. Итак, короче, купила конфеты, приправу для сала, 2 вот таких творожка, Полине йогурт, Денису кофе, бедра куриные, сахар и вот вторая эта штучка. И за все у меня вышло 15 рублей 6 копеек. Сама такая. Значит, рот дырявый, если у тебя все падает. Вкусно? Угу. Вчерашний торт, да? Уроки задавали? Нет. Не задавали? А читать? Нет. Повезло? Мы читали. Ну, повезло. Ешь торт. Зато нас мы меня поздравляли. И как тебя поздравляли? 7 раз топали, 7 раз хлопали. Mm-hmm. 7 раз говорили с днем рождения. А за ухи тягали? Нет. Не, надо за ухи тягать. Сколько лет, столько и уши тягать надо. Да. Мам, я тебе закрыл нормально. Нет, подождал, пока ты придешь, закроет нормально. Что ты делаешь? Не закрой его. Закрыл. Да молоко мне не сделал. А ты просила? Да. Что лепит, пластилин катает на столе. Я ей говорю, бери лист, она не делает. Говнище, спать. Вернувшись домой, старого друга увидеть. А это еще кто? Познакомьтесь, дед. Что подпеваешь? Это Фе...